Пскове местный предприниматель решил заняться ритуальным бизнесом, но столкнулся с трудностями криминального характера в лице местных ритуальщиков. Ни для кого не секрет, что в ритуальном бизнесе в основном преобладает криминал. Наш герой ролика тоже знал, на что идет, но чтоб вот так, посреди белого дня, его машину расстреляли, этого он явно не ожидал. Блять, стреляли только что меня. Съебывай с кладбища вообще. Как установила полиция, мужчине уже угрожали до этого. Ему подожгли машину и пригрозили проблемами, в случае если тот решит составить им конкуренцию на рынке ритуальных услуг. Угрозы не помогли, тогда они решили пойти на более радикальные меры. Расстреляли машину своего конкурента. Полиция пока только устанавливает лиц, причастных к обстрелу машины на кладбище. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.